если курицу делают, например, или какое-то мясо, то делают его, опять же, пекут и делают это, например, под слоем, например, какого-то майонеза. Думают, вот это некая иллюзия сэкономить, якобы сейчас я выиграю, но тело же не обманешь. Все есть в доступном варианте. Но можно каждый день так кушать, поэтому нет какого-то дефицита каких-то продуктов и так далее. Друзья, всем привет! На связи Панасюк Николай. Я вас приветствую на нашем YouTube-канале. И в этом видео мы с вами поговорим о праздничном новогоднем столе, потому что уже совсем скоро состоится как раз-таки праздник Новый год, да, там праздничный стол, мы будем закупать продукты и все остальное. И конкретно в этом видео мы поговорим о 5 самых вредных блюдах на праздничном новогоднем столе. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца, если хотите знать, что желательно заменить на праздничном столе, чтобы не навредить своему здоровью, самочувствию и внешнему виду. Первое блюдо – это селедка под шубой. Почему? Потому что несколько ингредиентов, которые есть в составе его, не совсем качественно, и мы сейчас с вами разберем. Во-первых, конечно же, это майонез. И так как в основном 90% людей покупает майонез в масс-маркете, то есть это какие-то продуктовые магазины, которым на любом углу у вас есть Магнит, Пятерочка, Ашан там и так далее, то качество майонеза не совсем хорошее. И поэтому это очень сильно влияет как раз-таки на наш внешний вид, потому что там очень много сахара, добавления в сам майонез. Во-вторых, некачественные ингредиенты в виде там растительных масел, добавления всего и так далее. Поэтому первый ингредиент, который не совсем хороший, это как раз-таки майонез, если вы его не делаете, например, самостоятельно в домашних условиях и так далее. Второй ингредиент селедки под шубой, который не совсем хороший, опять же, из-за того, что он продается у них изначально в плохом виде, это сама сельдь. Сельдь сама как источник белка и омега-3 это супер, но если вы берете ее в растительном масле, это не совсем хорошо, потому что упаковка растительного масла должна быть как минимум темного цвета. Если она светлая и открытая, да, то есть под воздействием солнечного света растительное масло имеет свойство окисляться, а это не совсем хорошо влияет как раз-таки на наши клетки, то есть любое окисленное масло негативно влияет на многие наши процессы в нашем организме. Поэтому желательно, если уж берете рыбу в виде сельди, добрать ее хотя бы не в масле растительном. Смотрите, чтобы не было в составе также каких-то дополнительных примесей, сахаров и так далее. Тоже я видел, такое бывает. Третий элемент селедки под шубой не совсем хороший – это картошка, так как она, опять же, не имеет большой биологической ценности и имеет очень много в себе углеводов, а при нагревании любой углевод имеет свойство гликировать наш коллаген, то есть у нас ухудшается эластичность сосудов, эластичность нашей кожи, и поэтому картошка в данном формате, она не совсем хорошо подходит как раз-таки для нашего рецепта, да, для нашего как раз-таки праздничного стола, если мы хотим быть здоровыми, стройными, красивыми и проживать более качественную жизнь. Горячая картошечка. Как ты думаешь, реально ли сделать селедку под шубой полезным салатом? В целом, я думаю, да. Но я не скажу конкретно сейчас прям сходу рецепт, но я думаю, что, конечно, можно. Вообще, любое блюдо, блин, можно сделать реально хорошим абсолютно. Просто очень часто люди думают, вот это некая иллюзия сэкономить, якобы сейчас я выиграю, но тело же не обманешь. Тело постоянно, оно же принимает все. У нее нет второго запасного хода, куда конфетка куда-то пойдет в другую сторону. Или некачественный продукт куда-то в другую сторону пойдет. Поэтому в целом, конечно же, можно. Да, это возможно будет немножко, а возможно и также по цене, но ты гораздо лучше сделаешь своему телу, потому что оно не будет в дальнейшем болеть, страдать и приносить тебе некачественную жизнь. Второе блюдо, второй ингредиент нашего праздничного новогоднего стола – это же, конечно же, большое количество каких-то сладких конфет, каких-то там тортов и всего остального. Тоже я такое видел. И я сам вырос тогда, когда тебе в садике давали пакет с прозрачным, с конфетами, и вот ты сидишь его 5 дней, лупишь эти конфеты, а потом тебе еще родители один профсоюз принес, тебе второй профсоюз, третий, четвертый, и ты с этими конфетами живешь 10 дней, да? И поэтому мы уже много говорили про вред сахара, про то, как влияет сахар не только на, там, на внешний вид, да, лишний вес, хотя он не влияет напрямую. Это прежде всего здоровье желудочно-кишечного тракта, здоровье ваших сосудов, гормональной системы и много-многое другое. Но тебе нельзя сладкое! А что будет, если я съем? Потолстею!
почему вот это сложилось некая традиция, да, накрывать огромный стол. Сейчас уже на дворе там 2021 год. Все есть в доступном варианте. Можно каждый день так кушать, поэтому нет какого-то дефицита каких-то продуктов и так далее. И просто до сих пор остался вот этот поведенческий паттерн в виде того, что люди постоянно накрывают себе новогодний стол так, чтобы есть 10 дней без остановки. Но лично, например, мой последний Новый год, да, был из разряда красная икра, там цельнозерновой хлеб, да, бездрожжевой на закваске, и рыба с салатом. Все, салат руккола, там черри, семена льна, там что-то было и так далее. Все, вот это был мой салат, я просто поужинал. Сверчки должны быть. Если мы говорим с вами вот опять же про конфеты, то мы вспомним всегда, что нам всегда в детстве приносили много конфет, у нас сохраняется эта привычка, и мы начинаем это передавать своим детям, что нужно много конфет, шоколадок и всего остального. Но мы живем уже не в Советском Союзе, у нас нет какого-то и чего-то дефицита. Николай, а как можно заменить сладкое, если очень хочется? Вы можете оставить сладкое в рационе, никто вас не побьет, я не приду с палкой по горбу, не ударю. Ну, то есть вы можете, например, какими-то фруктами заменить, да, там, не, опять же, не всеми, там, не бананами с арбузами, там, да, то, что не очень хорошо из фруктов, а, например, там, чуть больше цитрусовых, киви, какие-то ягоды сделать. Там можно десерты сделать без сахара из ягод, да, на кокосовом молоке. Я лично знаю несколько рецептов, которые сам использую постоянно, если мне что-то хочется там добавить из сладкого. И просто это изначально с детства нас приучили, что вот ты хнычешь, или вот тебе на празднике, вот тебе шоколадка, конфеты, и мы с этим живем. Но это же легко убирается из жизни. На самом деле, если так задуматься, вот очень часто и меня в том числе спрашивают там по поводу, типа, как я живу без сладкого, вообще сахар, хочется, не хочется. На самом деле, я очень ровно к этому отношусь, потому что если твой организм получает все самое необходимое, то, что ему нужно из питательных веществ, у тебя есть источники дофамина, в виде какого-то дела, хобби, саморазвития, работы, тебе есть чем заняться, не только получать удовольствие от еды, то у тебя и отпадает потребность от потребления большого количества сладкого. То есть два фактора. Первый фактор – это физиологический, то есть потребление правильных пищевых веществ, белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины, микро-макроэлементы. И второй – психологический уровень дофамина от какого-то дела, занятия, хобби, профессиональной деятельности и всего остального. И у тебя просто, ну, ты даже не задумываешься по поводу, есть сладкое, не есть, не мучаешь себя этим мыслями, ты просто живешь, и, да, и самое, что интересно, спустя время у тебя рецепторы вкусовые перестраиваются таким образом, что для тебя даже обычная еда, она гораздо вкуснее, и ты получаешь от этого такое же удовольствие, как раньше получал от сладкого, потому что хотите вы этого или нет, все равно существует инфляция дофамина, то есть рано или поздно вам нужно будет постоянно больше сладкого, чтобы получать больше дозы каких-то эндорфинов, серотонина и всего остального. Сколько сахара? Причем тут сахар? Клади сколько хочешь. Если вы хотите разбираться в том, как выстраивать питание в зависимости от ваших анализов, как понять, что нужно конкретно вашему организму, какие пищевые вещества, витамины, микро-макроэлементы, вы можете зарегистрироваться на бесплатный трехдневный марафон по анализам, ссылка на который в описании к этому видео. Третья категория продуктов, это не конкретно отдельный продукт, это такая категория, это печеные какие-то углеводы, да, в данном случае, например, очень часто картошку используют, да, пюрешку, как же без пюрешки на Новый год, там же обязательно нужно добавить, либо, например, если курицу делают, например, или какое-то мясо, то делают его, опять же, пекут и делают это, например, под слоем, например, какого-то майонеза. А мы с вами уже разобрались, что, во-первых, в майонезе содержатся углеводы, сахара, если мы берем в масс-маркете в обычном магазине, мы с вами разобрались с тем, что любой углевод при нагревании имеет такой эффект гликации на наш организм, следовательно, у нас стареет кожа, у нас ухудшается работа желудочно-кишечного тракта, внешний вид как следствие, и поэтому, если вы уберете, да, то есть и замените это все, то вы, во-первых, и легче переживете Новый год, во-вторых, вы себя будете лучше чувствовать и внешне гораздо лучше выглядеть. Четвертый элемент, и, возможно, он вызовет очень много негодований у зрителей данного видео, это, конечно же, алкоголь. Почему алкоголь? Уже давно доказал и наш русский ученый, да, Игорь Бакулин, что влияние алкоголя на желудочно-кишечный тракт, а в частности на кишечник, очень большое. И как раз-таки еще второй аргумент, почему? Потому что алкоголь имеет очень сильное влияние как раз-таки на нашу кожу, и вот это как раз-таки относится к
продуктом гликации в том числе. Я говорил, говорю и буду говорить, что тут вопрос на самом деле не в том, что вы там один день выпьете или не выпьете и все остальное. Тут вопрос прежде всего не с точки зрения даже физиологии. Больше всего влияет потребление алкоголя с точки зрения психологии, что если ты себе один раз начинаешь позволять, ты потом себе второй раз начинаешь позволять, третий раз начинаешь позволять. Алкоголь это целый мир. То есть расшатывается такая внутренняя дисциплина. И поэтому я всегда транслирую, что все, что важно, важно всегда. Независимо от дня рождения, от коронавируса, от каких-то, не знаю, событий в жизни и всего остального. Что если ты сохраняешь какие-то внутренние принципы, то они сохраняются абсолютно всегда. Понятно, что алкоголь один раз в год, даже если вы пьете, да, на празднике, он сильно не влияет с точки зрения физиологии. Но вопрос же здесь в том, что любое преступление начинается с маленьких действий. Сначала попробовать покурить, потом сделать еще что-то, да, и это увеличивается, и в дальнейшем это переходит к каким-то преступлением. С алкоголем то же самое, да, сначала на праздники, потом как бы уже и пятница, потом как бы уже и каждый день, и поэтому это все влияет длительно с точки зрения дисциплины, какого-то внутренних принципов, всего остального. Если мы говорим с точки зрения физиологии, это вопрос продукты гликации, влияния на кожу, продукты, которые влияют, алкоголь влияет сильно на кишечник, усвоение в кишечнике происходит основное усвоение многих питательных веществ, а если будет алкоголь, да, довольно-таки системно, там, раз в месяц или там на Новый год, то это тоже самое будет влияние как раз-таки на энтероциты, клеточки нашего кишечника, и тем самым будет меньше усваиваться правильных питательных веществ. И последняя категория, тоже большая, такая очень актуальная для многих, да, особенно там для тех, кто еще из Советского Союза несет пищевые свои привычки. Это полуфабрикаты. Потому что в полуфабрикатах, вот я очень часто это транслирую тоже в каких-то внутри программы, курсов и так далее, очень коротко, что есть односложные продукты, а есть многосложные продукты. Односложные продукты — это там, где вы видите конечные продукты, из чего конкретно сделано. То есть, если вы смотрите на, ну, например, на филе, да, грудки курицы, вы понимаете, что это курица. Все, ну, понятно. А если вы смотрите на колбасу, и вы сразу не сможете перечислить, что же входит в этот состав. Почему? Потому что непонятен конечный вид и первоначальный, из чего было сделано это сырье. И если мы с вами посмотрим с точки зрения производства этого продукта, то мы увидим следующий интересный факт, что для того, чтобы увеличить плотность продукта, добавляется низкокачественный ингредиент и низкокачественное сырье. То есть получается, что затраты на производство колбасы или какой-то котлеты снижаются за счет того, что туда добавляется, например, низкокачественное сырье в виде каких-то хрящей, какой-то жировой ткани. Например, в котлеты очень часто добавляется пшеничная мука, да, там, а тесто добавляется. Тем самым количество продуктов остается тоже, например, 100 грамм котлет или 100 грамм курицы, но качество продуктов очень сильно снижается, а с точки зрения производства это очень выгодно. Именно поэтому, если раньше в Советском Союзе колбаса, это была колбаса из мяса, там, птицы и все остальное, то сейчас это по большей степени даже дорогая колбаса не является качественным альтернативой там, курицы, птицы и всего остального. Ай, я тебе говорю! Отдай колбасу! Отдай колбасу, дурак! Я все прощу! Если вы уж хотите сделать колбасу, сосиски и все остальное, вы можете сделать это дома самостоятельно. Есть куча рецептов. Купить там пленочку для этого, пищевую как раз-таки для обертки сосисок там или колбасы, и просто сделать самостоятельно. Но если вы уберете из вашего рациона на постоянной основе колбасу, полуфабрикаты и все остальное, то ваша жизнь будет здоровее, качественнее и более полноценнее. Напишите в комментариях, какие блюда у вас есть на новогоднем столе и без чего вы не представляете себе Новый год. А я почитаю ваши комментарии, возможно, какие-то даже отвечу. В заключение этого видео хочу сказать еще раз очень важную мысль, что ничего с точки зрения физиологии не повлияет на вас единоразово. То есть, если вы раз поели пиццу или бургеры, или, не знаю, алкоголь, или сахар, абсолютно ничего не влияет, какого-то мгновенного эффекта. Все имеет кумулятивный эффект, то есть накапливающий. И здесь просто с точки зрения больше, наверное, психологии, потому что если мы начинаем себе потихонечку позволять, то мы себе одно позволили, потом второе, потом третье, и каждый раз будет увеличиваться. Поэтому это возникает как раз-таки наша привычка. Поэтому чем чище будет ваш стол и чем меньше будет продуктов, про которые мы сейчас сказали, тем будет тверже ваши принципы, и в дальнейшем это будет накапливаться и приносить вам более здоровый внешний вид, хорошее самочувствие и хорошее здоровье.
питайтесь правильно, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наш YouTube-канал. С вами был Панасюк Николай. До встречи в следующем видео.